Многие говорят digital workplace, хотим digital workplace, но не понимают, что это такое. Это новый какой-то термин, который придумали маркетологи, интеграторы, чтобы больше впаривать клиентам решений. Или это нечто реальное, реальное решение, которое работает на предприятиях и помогает людям? Что важно для Digital Workplace? Чтобы он был доступен для всех сотрудников, чтобы он был мобильный, чтобы он был персонализированный. Не секрет, что корпоративные системы, в частности корпоративные порталы, испытывают очень большую конкуренцию со стороны внешних систем. То, что мы сегодня услышали, это позволит нам как раз снизить эту конкуренцию и вот сильные стороны внешних систем использовать в своей работе. Для нас, как вендора, очень важно, чтобы те решения, которые мы разрабатываем, они соответствовали ожиданиям клиентов. Digital Workplace – это, прежде всего, про людей, для людей. А все остальное – это инструменты, каналы коммуникации, которые компании предоставляют своим сотрудникам, чтобы им было комфортнее работать, комфортнее находить коллег, комфортнее общаться. Мы сделали портал, который назвали Obispace, то есть Obispace – это космос для каждого. Это портал, куда имеет доступ каждый и где каждый находит свое пространство. Классно, что возникают вопросы, как вообще создавать такое пространство, как объединять между собой сотрудников. И кейс НЛМК, который запускает за 10 месяцев такой огромный функционал, такой огромный портал на 50 тысяч сотрудников, это, конечно, вдохновляет. Для нас, как разработчика платформы, очень важно слышать клиентов. И сегодня мы тоже вынесли с мероприятия много идей и реальных потребностей, с которыми сталкиваются наши заказчики. Радует то, что мы не видим друг друга, конкурентов, а видим партнеров. Ну и вам большое спасибо, что собрали на таком замечательном мероприятии, где мы искренне могли поговорить друг с другом.